一緒にいるつもりでトリプル R でもあるのさ。ごまくは、ザーパスか、ディフシェフビーチ、クラッシュ少女。アナゴーメンシューシキ、アルスピワリフ、タフィスク。アイシスタキータ、キッタクルプスキル。アナゴーシュニアトリカーチ、イフ、アプロストウビワリフ、クラッシュ少女。リチャンプシア。Горшок. Вы подобрали горшок. Зажмите, чтобы открыть меню выбора. Звук России того. А, вот. Зажмите, чтобы прицелиться, и нажмите, чтобы бросить горшок. Враги, выделенные белым, услышат звук удара. А ближайшие пойдут разбираться. Что значит вы? Белым. А куда нам идти? Туда? Наверное, туда. Просто перелезть через загородку эту и уйти. Дурь какая. Ладно, пусть убивают. А мы тут. Эй! Вот, вот к чему этот натурализм? Не к началу раздела, а к последней чего-то там. Того. А, не туда уходят. Куда уходят чулки? Какие города? Или туда? Нет, здесь. Здесь ничего нет. Может, за стогом нужно прятаться, а может, не надо, а может, туда надо идти. Куда идти-то? Ну ладно. Так. Ой. Не то мы что-то нажали. О. Так. Почему здесь не проползти?
городские места. Нажмите Alt, чтобы отобразить доступные возможности. Зажмите Alt, нацельтесь на проход и нажмите E, чтобы попросить его куда-нибудь пробраться. Господи, сложности какие. Все, пошел. Узкое место. Сейчас отопрет нам дверь. Ну ничего. Ага, можно открывать. Молодой человек там не услышал визг двери, не смазанной. Или она смазанная? Ослик. Хотя бы кинжал какой-нибудь или ножичек взяла. Девушка эта. Девушка. Ну чё не перелез через эту? И туда. Нет, надо вот обязательно по коридору идти. На смерть. Или туда бы забрались и всё. Зачем тогда было писать «Е», если невозможно пройти? Вот, вот не любим мы невидимые препятствия. Вот. Невидимая стена. Это нам очень не нравится в играх. И тупые условности. Все туннельное прохождение не нравится нам. Нам нравится открытый мир. Но вот почему не открыть эту дверь? Спрашивается. Так, душат. А мы тут мимо проходили. А если Е нажать и пропустить? Нет, не пропускается. Продолжить. Фоторежим. Наверное, это сподвижники. Ой. Ой. Эть. Душат. А вот это. Эть. Так. Хоть животик, как хорошо. Так. А мальчик возьми этот самый ножичек. Ножичек возьми. И дяди в ножку. И поверни против часовой стрелки. Это очень важно. Против часовой. Нет. Не хочет. Дяденьку поранить. Надо было поранить дяденьку. А вот мы одной игрушке так показали видео. А они подали на наше видео нарушение авторских прав. Вот тоже вот. Ага, о, Е.
Keith or Phoenix? Well, the name Swanson. Следуйте за птицей. Ха, за птицей. Нет, нам не интересно за птицей. Нам хочется обследовать все. Что здесь такое желтое? Синие цветочки? Вот это вот что? Веревку-то надо взять. Веревка-то может пригодиться. И весло тоже бери. Ну вот что это? А искупаться? Ничего невозможно сделать. Вот, я и говорю, туннельное прохождение. Оно же коридорное. Ну, птиц Феникс точно. Тирач. Оп. И там, где он садится, цветочки расцветают. Все обосрано. Птичка. Птички. Птич. Он может пролезть в самые узкие места. Там его сестру убивают, а он, понимаете, маки здесь разводит. Басик, как его. А, он болеет чем-то страшным. Страшная и неизлечимая болезнь. Но достаточно собрать 260 миллионов рублей, и эта болезнь станет излечимой. А может это не маки? Нет, не маки. Это ромашка такая большая. Даже она как-то называется по-научному. А лепестки не от нее явно. Лепестки летят маковые, а цветочки ромашки. Видите, как все сложно здесь. Так, все, сейчас очнуться должен. Если в кошмаре падает без сознания, значит в реале должен очнуться. Иди на свет, иди на свет. На свет. На свет. Птичка. Птичка. Не, ну это ужасно все. И главное, какой в этом смысл? Какой смысл-то в этом? Зачем это все? Ну. Господи. А там делают игры, которые... Полтерабайта весит. Ну уже окунайся уже. Так. Ну. Птичка. Вот. Все. Сейчас оживет. А всего лишь
wszystko pałce, wkipieczone wadzie. Ptyczka. Feniks. No, tu ptyczka taka. Ptyczka. Masz, można było propuścić na żadną boku, czy gdzie? No, no i to nie zdjęło, poczemu to. O, zwiedlicy, czemu to tak ulta? Wybieliczy z tego ulta. Tak ulta gordo, już ubili. O, skarilu naczynajca. Безутна казнь, как обычно. Но мне как раз казнь доктор категорически запретил. Мои градилы все показывают и показывают одни казни. Извращенцы. Садомазохисты. Надо запретить компьютерные игры. Раз и навсегда. Интернет закрыть. Пентагоновское детище. Та-та-та-та-та-та. И так они ехали и ехали. О, я же говорю, Скайрим. Скайрим начинается. Дурдом какой-то. Вот зачем мне это все наблюдать? Ну. На жопу коня прибываться. А может, это даже кобыла. Господи, ну... О! Слава тебе, Господи. Е все-таки нажали. И как-то пропустилось. Вот, вот. А здесь она не забыла, как сопротивляться. Ого. Ну вот. Возврат к началу раздела. Контрольные точки. Контрольные точки. На всякий случай. И чего? И здесь их как грязи. Пора убирать. Ничего. Вообще она будет сегодня драться или... Он не дрялся, не мирился, он недавно появился. Оп. Та-та-та-та. Сюда пришли. Ай, не то нажали. Ничего теперь делать. А, назад. Вот если это как его. Пламя.
そういうことしか。押してくれるように交渉してますね。はい。の、へへへへ、期待値、期待値な。期待値、期待値、期待値、期待値、期待値。一応は誠でかいってほら不意気しゅっとらりつまこからかりよはいいにSona, he does not love his it. But I'm fine. Take. Which one? Not yet, but you do not keep it till slow, Mr. Stayana. What? I accept.Но как видите, как симпатично. Жуткие извращенцы делали. Вот почему она сгорела, когда уже трава прогорела. Трава-то прогорела уже. Вот, бля. Но так. О, оп, побежали.Побежали. О, видите, что творят. Ну ладно. Так, здесь. О, 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 всё. Огня, главное, нет. Она сгорает мучительно. Но что это? Это пошлость. Пошлость.Чего там это вот серебро светится, непонятно. В общем, мы не знаем, куда тут идти и зачем к вам идти.
de vários fizemos. Vamos lá. Смотрите, серебряный предмет и светится. Наверное, потому что они металлические должны это зазвенеть и привлечь внимание молодых людей. Нужно было не спрыгивать туда, нужно было, а привлечь внимание. И здесь то же самое. Отсюда нет выхода. Шок. И что? А, теперь обратно надо идти. Там еще мост какой-то. Здесь можно спрыгнуть. Можно спрыгнуть, и что? И что нам это дает? Хорошо, что она сообразила согнуться. А что это тут нам дает, непонятно. И что? Bye.
preto que chama. Os nichos estão escuros. Estou. Ah, boa. Душу. Удушили. Ну что? А это-то я... Зажмите. Вот. Я же говорил, что она может их убивать, как слепых котят. Конечно. Но как какие-то там того. Господи. Где второй-то вдруг появляется? Расквозили девушку. Давай, убивай, давай, засранец. Не, ну пошлость какая-то, ну пошлость, а не игра. А если у нас нет это самое, способности убивать людей? Ну и добью-ка ее на всякий случай топором. Несерьезно. Он ее оглаушивает. Оп. А что второй раз она не... Может, можно сначала куда-нибудь спрятаться?
動物を引き移していく道具な。すばらしい。よしこぎはいかみた。だかなら。ちょっと、えぐいと。Заходите, если что. Делитесь, комментируйте, подписывайтесь. И все остальное, что мы забыли, делайте. Побуждайте зрителей обязательно на действия. А то они занятые и забывают. Всем пока.